Здравствуйте, я русская поэтесса Ива Афонская. Но сегодня я хочу почитать не свои стихи, а стихи Александра Вертинского, потому что мне кажется, что эти стихи особенно актуально звучат сегодня. К сожалению, звучат актуально. На днях российское телевидение сообщило о гибели в Сирии российского летчика. Это уже не первый случай гибели российских военных в бессмысленной и ненужной для России войне в Сирии. И более того, в аморальной и преступной войне на Украине. Они не герои, они жертвы. И смерть их на совести того, кто их туда послал, кто втянул Россию в эти бессмысленные и преступные войны. Их гибель – это преступление того, кто их туда послал. Преступление, за которое он заслуживает наказания. Я надеюсь, оно когда-нибудь наступит. Более подробно о том, что я думаю по поводу войны в Сирии, я пишу на своем сайте afonskaya.ru в статье «Война в Сирии». А сейчас я хочу прочесть стихи Вертинского. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло и ненужно опустили их в вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула священника обручальным кольцом. Закидали их елками, замесили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скорому мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне.